No shit, yes. Илюша с Ангелиной решили сфотографироваться вот с этим непонятным человечком. Я даже не знаю, как его зовут. Ангелина, отходи. Сейчас мы сфотографируем сначала Илюшу, а потом, наверное, будем фотографировать Ангелину, конечно, если она захочет. Илюш, на меня смотри. Давай, Ангелина, вставай. Давай, дочь. Вставай рядышком с этим непонятным существом. За язык его сразу, правильно. Ангелина очень уставшая после аквапарка. Ребята, смотрите, какой шар классный вообще. Вот это да! Это земля, и она вертится. Круто. Кто вот на этом фоне? И тут решили мы сфотографироваться на фоне галактики. На фоне звезд падающих. Ангелина их трогает. Поняла, что это не настоящие звезды. И это все. Да, мы знаем, что это пиксели. Ангелин, ты будешь тут фотиться? Вставай. Будешь на Земле? А то мы сейчас на Луне. Все, Илюша решил тоже на Земле крутящество сфотографироваться. Меня уносят. О, это уже Марс. О, Марс. Будешь с Марсом сфотографироваться? Ну что? Размазанная фотография будет. Илюха как будто тоже в квадратике. С Марсом Ангелину сфотографируют. Вот это да. А это что такое? Голубое. С чем-то голубым. Не успел это. На Марсе. Что, давайте это на второй этаж с нами сходим, посмотрим, что там. Пойдемте наверх. Да, я тоже предлагаю. Да, я хочу. Давайте на лифте. Да. Как раз вот, наверное, он приехал или нет? Нет, на второй. А у нас какой этаж? Ну где вообще, на каком этаже? На первом, да, мне кажется? А нам вниз или что? Нет, нам наверх, мы на первом этаже. Мы же вроде никуда не спускались пока. Сейчас посмотрим, кто первый приедет. А вон первый приехал. Посередине. Двери открываются. И мы заходим. Ангелина, нажми, пожалуйста, на какой-то этаж там. Можно я на второй? Нажимаешь. Детские аттракционы, развивающие группу умнику. Можно? Второй. Это второй этаж. Посмотрим, что здесь на втором этаже. О, в этом центре. Время уже поздно. Мы поздно вышли с аквапарка. Уже никого нет. И никого нету. Это снова получается родич того, наверное, с кем мы фотографировались недавно. Чудище непонятное. Он выше? Этот выше, да?
Слушай, у него глаз, кстати, нету. А, нет, есть вот они такие. Как непонятно у кого. Да, наверное, нет. Нет, там нету, точно смысла нет. Диванчики. Чтоб можно было отдохнуть. Кто на третьем? Хоккей? Футбол. Футбол? Мы хотим еще сходить в футбол поиграть. Да-да-да-да. Это я помню. Ну что, поехали на эскалаторе тогда? О, это что такое? Это что это вообще такое? Я знаю, здесь еще должен такой робот ехать. Ангелина решила сфотографироваться с этой инопланетной женщиной. Наверное, это женщина, да? Да, скорее всего, это женщина. И Илюша придет, решил сфотографироваться. Ну что, идем? На третий этаж. Ох ты. И классно, конечно, отсюда вообще супер. Поехали на третий этаж. Вперед? Земля у нас осталась внизу. И мы поднимаемся на третий этаж галактики. А это картинки здесь. Картины. Это у нас игровая зона. А где футбол, который мы играли? Ангелин, где футбол, который мы играли? Я не помню, я не забыла. Ребята, представляете? Футбол, в который мы играли, почему-то его нет. Он вот здесь был. А может, там где-то? А где? В каком месте? А сейчас спросим. Скажите, а где футбол, в который вот, проецировать на пол? Футбол был? Нету сейчас. Все, нету уже, да? Понятно. Ну все, его нету. Такой футбол, огромный экран. Уже нет. И там можно футбол смотреть. Ну тогда все, пойдемте на лифте. А, вижу. Пойдем, Илюш. Все, мы показали вам эту большую галактику, потому что нам еще понравилось. Да, мы были в торговом центре «Галактика» на Красной Поляне, город Сочи. Так что вообще классный, конечно, торговый центр. Мы вам показали его. Дети? Ставь лайк и подписывайтесь на канал «Непоседы». Пока-пока!